добрый денек. Розы встают, пахнут и распускаются в домашних условиях. Начинается обедня. Чебуреки с бараньим фаршем, свежие, только что приготовленные. Ну, будем запивать самым полезным напитком. Это вит-гресс или проростки пшеницы, зеленые стебли пшеницы проросли на 6-8 инчей. Их срезают и делают зеленый коктейль. Вот так вот. И вам приятного аппетита, дорогие.